Ну вот, готово. Гринвич, магазин мистера Хантингтона должен быть где-то здесь. Открыто. Прекрасно, но... вуаля! Магазин антиквариата. Единственный на этой улице. На полу лежит вывеска. Похоже, она отвалилась. Симпатичное маленькое удилище, почти доделанное. Через окно? Невозможно. Достал. Посмотрим, что здесь написано. Номер коммуникатора. Он поможет мне. Антикварный магазин Хантингтона. Добрый день, мистер Хантингтон. Вы открыты? Конечно. Но дверь закрыта. Не могли бы вы открыть мне дверь? Что бы вы хотели? Ну, посмотреть. Может быть, куплю что-нибудь. Ничего специального. Ну, сейчас открою. Все сработало. Входите, молодой человек. Спасибо. Глобус. Реликвия из времени, когда с миром было все в порядке. Хотя, с другой стороны, разница, должно быть, была небольшая. Голуби. Невероятно. Не могу поверить. Он держит здесь голубей. Сначала надо спросить мистера Хантингтона. В основном здесь старые книги по политике и истории. Если я не ошибаюсь, ничего из этого не было оцифровано.
сначала я должен с ним поговорить.